Вот моя плита чистенькая, чистенькая. Ага. Вот у меня скромненький столик, я живу. Тут я не обижаюсь. Вот. У нас такая ванна есть, если человеку надо помыть голову, покупаться. Воды у нас горячей, как вы поняли, нет. Никогда не было? Да, никогда не было. Пойду. Пойдешь? Да. 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 У меня произошел в 2014 году пожар. Мне сказали, либо это, либо ничего. А откажешься, а куда бы я пошла? Вот так вот, смотрите, на вокзал ночевать. Заселили без мебели, то есть даже элементарной кровати нету. Окна подлежат ремонту, то есть надо пластиковые окна делать. Сказали, за свой счет делайте. А света у меня еще не было, то есть вообще света в комнате не было. Я электрика вызывала, электрик пришел. Руками, ногами мне вот так вот помахала и сказала, я ничего не могу здесь сделать. Пришлось своего знакомого вызывать электрика сюда, он мне сделал свет. Вот если ты подвинулась на 2 человека, то это хорошо, год. Ну. А вот у вас, если не секрет, какая сейчас очередь это? 600 какая-то. Ой-ой-ой. Был ли вот когда обращение к президенту, прямая линия, первое послание тоже, я звонила, ноль эмоций, никаких ни ответов, ни приветов. Писала, писала, ходила. Мне что отвечали? Люди не в таких условиях живут. Я говорю, ну правильно, люди на помойке живут. Я говорю, надо равняться к этому. Уже просто не надеяться ничего. Если была надежда, мне кажется, все бы собрались. И что-то делалось бы. Но. А то получается как, вот скажет Путин, завтра приходите на площадь Ленина, будем вас вешать. И обязательно будет голос такой, а веревки свои приносить.